11 ноября Кашхабский районный отдел службы судебных приставов совместно с сотрудниками ОГИБДД МВД России Кашхабский провели совместную операцию по взысканию задолженностей по исполнительным производствам. В ходе операции было взыскано 12 штрафов ГИБДД на сумму 8500 рублей, один налог на сумму 3800 рублей, а также 4 повестки о вызове к приставам. По словам руководства, эти акции будут проходить периодически и планомерно.